Что я делал? Просто вот там самый был большой фейл, когда я потерял оружие С. Вот это был самый большой фейл. Я на этом потерял много очень времени, конечно. Но в основном фатгеймы, так что не обольщайся. Ну, спасибо за подписку. Это скорее исключение все-таки. Получается. О, ну все равно быстрее вышло. Голд! Ну это хесты, ну у меня хесты еще включены. А, ну правда с нуля нельзя. Ну блин, чё так долго-то? О-о-о-о. Да. Ну ладно. Так, может в этот раз хоть лучше босс убьется. Нет, дерьмово убился.
Ладно. Опять голд. Ну, такое, конечно. Но это было неплохое убийство босса все равно. А, да блин, я забываю, ну ладно. Так-то лучше. Так-то хуже. Да блин. Ну... Фух, ладно, хоть ухватил, на жизнь там не посрать, по сути. Главное, С ухватил. Гол сплитран. Не бери Д. Да ты почему ты делаешь подкат? Ну какого хрена ты делаешь подкат? Я не хотел делать подкат. Ну, блин. И опять эта срань нестабильная. Ну ладно, лучше, чем в тот раз. Ну это довольно хорошо, довольно хорошо. Это почти быстрое убийство было. Ну просто еще рандом плохой, у него две атаки, он их в любом порядке делает. Ну... Немножко замедлился. Так, может этот хоть рандом даст лучше. Давай, там, упади там сразу. Ну. Серьезно, опять ты эту атаку будешь делать? Да он издевается, абсолютно такой же рандом, как в тот раз. Да сдохни уже, да блин. Да, знал, конечно.
Там не два секретных уровня, там до хрена секретных уровней. В принципе, если не брать, ну то есть, если исключить то, что я там подкат сделал, то в целом сейчас довольно неплохой забег идет. Ну то есть, понятно, что у меня там не получилось быстрое убийство, да, но для начала это неплохо. Вот тут бы еще только не зафейлить, как в тот раз. То это было тупо. Ну, не тут, ну, в конце этого босса. К слову, вот маршрут, которым я сейчас спидраню, это самый долгий маршрут. В смысле, что не верю? Я проходил на 105% и на ту концовку. Почему сарказм? Нет, я проходил сам. Вот это нормально. Вот это нормально. Жирный голд сплит. У цветочка ждем один его бонус. Типа вдруг это будет ракета. Если. Блин. Что-то я задумался. Ладно. А! Успел выпустить, лол, я не обратил внимания. Я думал, он взрывается, а он выпустил.
Офигеть. Я тогда последнего босса бомбану. Ну это просто это рандом. Это просто везение дикое. Ну типа 20% шанс. А, ну да, уже последний. Ну блин. Нет, не знал. Офигеть, супер быстрое убийство, просто супер быстро. Даже в VR забеге не такое быстро. Ну нет, ну и теперь супер долгое убийство вот этой сраньи. Лол. Ну, сейчас еще сдохни, ага. Да, к сожалению, было супер быстрое убийство первой фазы, но вторая и третья долгие. Очень долгие. Ну. Пока золотой забег. Ну блин. А-а-а! Ну блин, хп тут не надо терять, но я не затренил вот эту часть в плане не терять хп. Ну и на пролом, чтобы идти. Привет, 3x3 ми. Да не, ну просто первый забег был совсем подсосный, поэтому... Ну поехали, поехали, давайте, полковник.
Есть, бета хорошо, это быстро, быстро, довольно быстро. Сейчас будет хороший забег. У меня еще и бомба лишняя. Официально нет, но ну, по сути как бы должна быть. Просто мало спидранеров, поэтому не выделяли официально отдельно. Но по сути как бы, разумеется, должна быть отдельная. Потому что имеет значение, за кого ты играешь. Так, этот... Тактический суицид. Я забыл, что он еще хп теряет. Черт. Блин, придется импровизировать. Я забыл, что у меня когда 2 хп, он не умрет. Блин. Тут надо было так... Ну, время-то я пока не потерял. Время-то я не потерял, лишь бы смерти не было. Блин, чуть-чуть время потерял. Лишь бы смерти не было. Хотя, вообще-то насрать особо, по сути, на смерть. Ну, по большому счету. Я из оружия А могу финального босса завалить нормально. Отлично. Бомбу я, разумеется, на этой башке использую. Блин, не умер? Серьезно? Да ты чё? Еще не умер? Ну блин, ну чё так долго? А, все уже. Ну короче, вот как-то так. Блин. Ой. Музыка сейчас совпала. Привет, Фабино, спасибо за хост. Блин. Что-то долго последнего босса убивал. Да, спасибо за хост. Привет, Фабино. Привет, Булкич. 22.55. Ну, уже лучше. Привет, Сейдер. О, ну вот, а ты боялся за гольф. Я же говорил, гольф изич. Ну вот этот результат уже будет, ну, не так просто побить. Это было вполне хорошо. Да, ВР, конечно, за фэнгами, но... Не, смотри, еще раз, я уже объяснял вначале. В, как бы, формальный ВР 19 минут, что-то там, 36 секунд, что ли. И он именно... за фэнга. Ну вот, то есть, но просто именно проблема в том, что не выделяются категории, да, между персонажами. То есть там есть фильтры по персонажам, вот, но как бы категория одна, вкладка, да. Ну вот, и, но если взять именно персонажа Броуни, то у него рекорд 21-24 по этому маршруту. Как бы, поэтому я именно написал World Record именно за Броуни. Ну потому что, какой смысл, да. Ну, там, в принципе, если фильтр выставить, то так и будет написано, что первое место 21-24. Ну, там, правда, всего два забега. Но он хороший забег. Ну, саб 23. В принципе, если я так на стримфесте пробегу, это будет неплохо. Это будет неплохо. Гольф с сохранениями, лол. Да, полностью золотой забег был, полностью золотой забег. Ну все, теперь, чтобы улучшиться, теперь надо быстрое убийство делать.
Я не знаю, я планирую просто на стримфесте пробежать эту игру. Только ради нее треню. А так, по сути, не знаю. Но это, наверное, сложно будет со в 22-то. Еще 55 секунд улучшить.